Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и это очередная серия голодных игр круче Агари. Давайте уже начнем. Вот пока у нас есть VIP, можно поиграть. Так, к тому же у нас есть турбо. Ну что ж, мы за рулем. А, Попова, хорошо. Подкорим Попова. Смотрите, он меня обхитрил, короче. Зато мы будем знать, что Поповы, они плохие. Вот ты хитрец, короче. А, так, а где злость? Где моя злость? Ага, ты меня один раз... 20 плюс 9 меня обхитрил. Ладно, 20 плюс 9 тоже будет мой враг. Мы же запоминаем это все. Кто мой враг, кто мой друг. Так, ну что ж, Попову и что-то там с плюсом. Какое-то число было. Венера есть. Так, а нормально, в принципе. Так, крутяк. Давайте поднажмем немножко. А, в принципе, я тебя могу замедлить. Будет неплохая тактика. Вау. Миша меня опять обвил вокруг пальца. Ну, ничего страшного. О, человечек. Тихо-тихо-тихо. Сейчас мы тебя съедим. Так, ничего страшного не будет, сейчас мы тебе обхитрим. Так, хорошо. Хорошо. И я даже турбо не использовал. Так, еще одну сели. О, фишку мы съели. Не знаю, наверное, была моя ошибкой. Так, какого ж черта? А, ну ладно. Что, ты меня будешь есть, нет? Так, Даня. Хорошо. Ух, ты тоже мир. Ты реально, блин, и что мне делать? Воу-воу-воу-воу. Так, ну вот так вот. Так, хорошо, на тебя тоже мы можем надеть. Забавно. А, давайте ускоримся, а его замедлим. Я думаю, это будет хорошая тактика. Вау-вау-вау, Юля. Так, сейчас мы... Так, неплохо. Я жду здесь за тебя. Так, накапливаем массу. Так, нормально. Даня Сапрыкин. Сотрудничаем с вами, с Даней Сапрыкиным. Хорошо. Так, неплохо получается. А, number one. Boom. Так, хорошо. А, у меня турбо закончилось, ребят. Без турбо хреново. Так, начинаем тимиться. Хорошо. Довольно-таки уже неплохо получается. Так, всех съели, правда? Пишите в комментариях, что вы думаете. Блин. Все хотят жить. За дрот. Нас покормил. Ну ладно, не будем его трогать. Так, давайте попробуем у Дани забрать. Дани Сапрыкин. Ох ты, блин, съели. А, и, короче, Тим 8 и Мажор на первых местах. Так, нормально. Купленов плей есть. О-о-о-о. Да я не тебя хотел. Так, сейчас мы тебя замедлим. Сейчас мы тебя замедлим.
Блин, ты же... Какого ж черта? Зачем ты полез-то на меня? Блин, я же не хотел его есть даже. А, вот и мажор, кстати, рядом. Не знаю, стоит ли нет с ним тимиться. Сейчас найдем, с кем будем тимиться. Нам что-то да опасно лезть. Почему он стоит, интересно? Это немножко настораживает. Блин, какого ж черта? Хреново-хреново дела у нас, ребят. Че, типа Тим? Ну ладно, давай Тим. Не знаю, подведет меня, нет. О, это мой человек. Отлично. Так, хорошо, хорошо. Так, неплохо. Будем тимиться со мной. Мне кажется, это будет более круто. Ах ты гад, смотрите, смотрите, что он делает. Так, сейчас мы тебе... Я думаю, мы сейчас нагоним тебя. Так, ладно, ладно, уходим, уходим. Так, нормально, начинается у нас что-то получаться. А, правда, у меня бонусов мало, это хреново. Не очень хорошо. Так, хорошо, 35 уровень. Прикольно встретил так своего соплеменника. Блин, что ж ты будешь делать-то? Так, ну вот, Тим у нас начинает получаться. Все, так будет намного круче. Вау-вау-вау. Да что ж ты будешь делать-то? Oh, yeah. Так, ладно. Ничего страшного. Да кнопка D. Чуть не погиб, чуть не погиб, ребят. Oh, yeah. Ах ты какой, смотрите. Сейчас съест меня. Блин, фигово. Сейчас пробуем подойти, блин, набросал минок, правда. Ух ты, там здоровяк, короче. Есть мятный, он действительно мятный похож. Так, ух ты, блин, что будешь выстреливать? Да вот фиг тебе. Так, брокколи. Ой-ой-ой-ой. Смотрите. Смотрите, что делает. Ладно, уходим. По идее, мне лучше заново начать. Так, ладно, давайте найдем кого-нибудь. Смотрите, меня хотят все съесть. О, очаровашка. Неплохо, неплохо получилось. А, много опыта с вами получили. Давайте искать своего... Ух ты, своего напарника. Камиль, отлично. Так, я не знаю, ты за меня, нет? Ты издеваешься, что ли? Так, ладно, ладно, сейчас будет прыжок. Так, немножко, 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 немножко. Так, хорошо. Тебя вообще можно остановить. Ух ты, блин. Камиль съел меня. Вот так вот, ребят, доверяй всем. Ну, нам самое главное поиграть. Злой из ада. Так, неплохо. Давайте немножко... Ух ты, спасибо. Спасибо. Все-таки съели меня. Так, ну ладно, это все-таки игра. Идем дальше. Кто у нас тут? Юлия.
Ух ты, 55-й, короче, плохой. Надо будет это запомнить. Тут в этой игрушке самое главное выявить плохих людей и своих потенциальных врагов их убивать. Так, есть Венера у нас. А, зло из ада. Отлично. Будет со мной темиться, нет? Ух ты, смотрите, его остановили. Сейчас мы с вами разберемся. Hello. Так, отлично. Вау, мне ж тим предлагали, извини. Так, немножко подвели. Так, хорошо, я за тебя же. Так, неплохо, неплохо. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, твой Дмитрий нас съел. Так. Ну что ж, ребят, это небольшая такая серия. Потом мы с вами обязательно продолжим. Вот, играть. С вами был Дариди. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх. И мы с вами обязательно еще вернемся. Всем до скорого. Пока-пока.